Всем привет! Меня зовут Ирина Третьякова, и добро пожаловать на мой канал «Петельки радости». Конечно, девочки, правильно произносите слово «петельки», а не «петельки», но мне так нравятся петельки. Как-то звучит так нежненько, петельки. Но меня уже начали поправлять, я этого ждала, в принципе. И, конечно, важно произносить все слова правильно. Поэтому добро пожаловать на мой канал «Петельки радости». Но в душе у меня все равно будут петельки. Ладно, сегодняшнее наше видео будет о готовых работах. У меня две готовые работы, это два кардигана. Сейчас вам их все покажу. Вот, также у меня есть новый процесс, текущие процессы, и я купила много пряжи. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим, что уже получилось, что у нас вяжется, какие идеи, я там навязала еще образцов парочку, какие идеи меня посещают и какая пряжа у меня появилась копилочки. Вот, честно скажу, уже какие-то некоторые разочарования есть в пряже, но об этом дальше поговорим. Вот, наливайте себе чаек, кофеек. У меня сегодня такой облепиховый радостный чай цвета солнца. И вообще у нас весна. У нас весна, у нас зацвели подснежники, зацвели пролески, уже вылезли тюльпаны, поют птички, светит солнце, плюс 15, плюс 17 в Воронеже, поэтому прям вот такое весеннее уже настроение. Так что заваривайте чаек, устраивайтесь поудобнее, берите вязание и давайте поболтаем. Я сейчас перейду уже к себе на второй этаж, там свет почему-то для видео не очень, вот для такого формата, а руки в кадре нормально, так что буду там снимать все готовые работы, вам показывать. Также у меня есть кусочки, которые я снимала до этого. Сегодня у нас понедельник. Ой! Сегодня у нас вторник, 28 марта. Вот, но есть кусочки, которые я снимала на прошлой неделе. Буду их обязательно вставлять в это видео, чтобы было поинтереснее. У меня тут постные печеньки, вкусный чаек. Пью, перекусываю и бегу показывать, что там у меня получилось. Всем приятного просмотра. Пошли, поздороваешься. Пошли, поздороваешься, если так хочешь поздороваться. Здрасте. Привет. Привет. Все, лисенок, пойдем. Здрасте. Здрасте. Привет. Так, ну что, все, я уже на втором этаже, и вот готовы кардиганы для показа. Вот, как и говорила, свет почему-то здесь такой непонятный. В общем, поехали. Так, ну давайте по порядку. Это первый готовый кардиган желтого цвета из пряжи Фиджи. Что по нему хочу сказать? Пряжа совершенно отличается от той пряжи красный мак Фиджи, которую я вязала до этого. Пряжа неравномерная. Очень много пустот. Вот сейчас я вам покажу. Вот, видите? То есть кусок шнурка был без пушка вообще, а я провязала машинально, не заметила. Скорее всего, я здесь буду пробовать вышить еще одной нитью. Посмотрим. Кетлевку здесь три раза перевязывала, что-то у меня как-то не срасталось. В общем-то, по Фиджи вот в этом цвете я немножечко разочаровалась, потому что пряжа совсем неравномерная, много было каких-то узелков, много пробелов. По ощущением она более какая-то колкая, что ли, можно так сказать. И она вот прям вот рядность видна сильнее. И здесь у меня, конечно, что не получилось, это подрезы. Вот буду я их исправлять. Ниточка, видите, вылезла после стирки. В общем-то, буду как-то пытаться все это дело замаскировать. С этой стороны тоже мне не очень нравится. Вот, вязала этот кардиган для племянницы. Ну, не знаю, буду ли я его отдавать, потому что не совсем я им довольна. Прямо смотрите, как бросается. Вот, и размер, скорее всего, ну, не скорее всего, 100% будет велик. Я вязала на 38-й, по описанию я не попала в плотность совсем. Вот, и он у меня получился на 44-й размер. Так что, может быть, маме его предложу, хотя маме я вязала вот уже серый. Но, боюсь, ей тоже серый будет великоват. В общем, посмотрим, пока я их не отдавала, оставила, чтобы вам показать, ну и исправить некоторые косячки.
Я вам покажу еще их на мне и покажу еще их в горизонтальном положении, в таком лежачем. Вот, я снимала там немножечко видео, ставлю дальше. Дальше у нас серый кардиган. Вот желтый, он дальше, даже больше бомбер, наверное, да? Вот, то есть он более короткий получается у нас здесь. Серый. По серому что? Здесь пряжа совершенно другая, хотя это та же Фиджи, но она намного плотнее. На ней намного больше пушка. Смотрите, какой пушок. Она более тактильно приятная. Вот не вот. То ли от окраса, то ли от партии это зависит. Понятно, что пряжа бюджетная, много от нее ждать не стоит. Но многие мне написали, что ой, какая классная работа, я тоже хочу из Фиджи попробовать. Побежали, ну не то, что побежали, пошли покупать девчонки. Вот, что хочу сказать, не ожидайте от нее многого прям всего. Вы понимаете, что покупаете 5 мотков за 400 рублей. Вот, и понятно, что это, не знаю, там, не какая-то премиальная пряжа. Поэтому состав она неплохая, по ощущениям тоже неплохая, но обязательно прям открывайте каждый моточек, проверяйте, прям не отличается ли он, если вы покупаете в магазине, тем более. Я покупала на базе в упаковках, поэтому я там ничего не проверяла. Но, тем не менее, серая оказалась намного лучше пряжи, чем желтая. Тут у меня опять еще разочек покажу. Ложная кетлевка в этом кардигане. Вязала я спицами номер 4. Но основное полотно. Но мы же вяжем сверху вниз поворотными рядами кардиган. Вот. И дальше все продолжаем поворотными рядами вязать. И плотность у меня в поворотных рядах и в круговом вязании разное. Я думаю, не только у меня. Я это заметила, конечно же, когда начала вязать и взяла спицы на размер побольше. Здесь у меня 4,5, но все равно вы видите, да, что плотность немножко отличается. Нужно было прям пятерку брать. Я что-то побоялась, но прям можно пятерку было взять. А так кардиган классный. В принципе, да, за эту цену пряжи. Посадка у него хорошая. Вот то же самое. Вот, кстати, было. Вот точно косяк есть. Вот, видите? Тоже с пробелами. Тоже без пушка. Тоже буду пытаться здесь, наверное, прошить иглой, вышить эти петельки этой же пряжей. Потому что косяк явно заметен. Когда вязала, знаете, уже ночью вяжешь машинально, под фильм. Уже не обратила внимания. Так я отрезала такие кусочки. Вот. Я вам параллельно буду прикладывать здесь фото-видео, как он смотрится на мне. Этот кардиган я вязала для мамы. Мама у меня 44 размера, поэтому, скорее всего, он ей тоже будет велик. Я совершенно не попала в плотность. В общем, будем мерить, кому что подойдет. Ну, не подойдет, оставлю тогда себе. Мне не все как раз, но кроме вот желтого, желтый коротковатый рукава мне. А так серый вообще хорошо сидит. Вот серый по описанию я вязала на размер 44, а красный, вы его уже видели, но еще раз покажу, я вязала на размер 46, но он явно на 48-50 идет, прям он очень свободный. И вот здесь пряжа Фиджи была прям идеальной. Здесь не было пробелов, здесь не было ничего, кроме кошачьих волос. Вот. Здесь она очень пушистая, она более мягкая. В общем-то, прям вот если сравнить все три, то у красного получилась более удачная пряжа. Вот. Но, тем не менее, в принципе, по стоимости, да, цена-качество, все понятно. Особенно для тех, кто учится, прям неплохо. Блин, я опять маячу, надо ровненько снимать, а я все кручу. Ну, в общем, вот так, девчонки, я сейчас еще приложу видео, где снимаю сверху вниз эти кардиганы, чтобы было тоже более понятно. Ну вот, ну красная, конечно, прям моя любовь. Серый прям второе место по пряже, а желтый, конечно, подкачал. Хотя пушок тоже неплохой вроде как, но вот тактильно... Все-таки мне больше нравится, больше всего
красненький. В общем, вот такая красота. Это о готовых работах. Много-много всякой разной пряжи. Я ее достала, чтобы вам показать, потому что я все сейчас спрячу. Коты мне все разматывают. Я вам сейчас покажу кусочек, который сегодня буквально меня ожидал, когда я приехала на дачу. Вот, поэтому все я убираю в комоды, в коробки. Коробки они тоже открывают, если я оставляю здесь. Поэтому все-все-все будет спрятано. Но сначала давайте с вами посмотрим, сравним и расскажу о планах, о задумках, что это будет. Ну и поделюсь своим мнением, честным. Понятно, что мне никто не спонсирует эту пряжу, поэтому это никакая не реклама, это просто будет моя какая-то субъективная оценка. Так, девчонки, ну тени рук, ничего не могу поделать. Солнышко уже садится, но я должна вам все успеть снять и показать. Итак, первый лот. Я сейчас корзинку уберу, буду показывать по отдельности. Эта пряжа у меня Газал Викинг. Турецкая пряжа. Вот, Мэдден Туркиш. Как там правильно произносится. Это 70% акрил и 30% шерсть. Я из такой пряжи уже вязала бомбер с сердцами, который, и буду его повторять для девочки Ники, которая, собственно, в нем фотографировалась. Я фоточки тут еще приложу. Вот, я буду повторять для нее, но только в меньшем размере. Пряжа здесь получается у нас... Так, здесь получается у нас 100 метров в 100 граммах. Знаете, с чем пряжа похожа? С Ализе Макси... Софт или Ализе Макси, просто вот не буду врать. Прям примерно такая же. Я тоже ее, кстати, купила, забыла принести, сейчас принесу, покажу. Очень похожа по текстуре, правда, та подешевле. Это получается по цене где-то 850, по-моему, рублей на Валберес. 4 мотка стоит. На бомбером на прошлое мне потребовалось 10 мотков. Но так как размер здесь поменьше, я купила 8. Посмотрим, хватит, не хватит. Если честно, упаковку не хочется покупать там из какого-то маленького кусочка. Может быть, манжеты и обвязку я сделаю какой-то другой пряжей, скомбинирую. Ну, в общем, посмотрим или докуплю. Просто я ее не нашла поштучно, только вот упаковка по 4 мотка. Ниточку покажу. Пряжа неплохая. Вот для своей цены... мягкая, вязать из нее сложновато, сложнее, чем из тонкой пряжи, но для меня лично, потому что напряжение для шеи идет больше. Вот, но я бомбер обещала, поэтому буду обязательно вязать. Давайте мы еще посадим мишку. Вот, шапочки. В общем, вот такая пряжа. Бомбер должен быть красивым. Цвет называется розовый, но он не прям розовый. Он какой-то бежево-розовый. Вот он сейчас хорошо, прям камера передает реальный цвет этих моточков.
В общем, это для бомбера. Дальше. Дальше. Полухлопок. Это у меня Ернард джинс. Здесь получается 55% хлопок и 45% полиакрил. Цвет 80. Не знаю, для чего я его купила. Был какой-то порыв, когда была на базе. Не знаю вообще для чего. Здесь получается 160 метров в 50 граммах. Спицы рекомендуются 3,5-4. Я, собственно, связала образец на спицах 3,5. И к нему в пару я зачем-то купила вот такую упаковку пряжи. Я не знаю, чья это пряжа. По-моему, наша, отечественная. Так. Rio Star. Пряжа для ручного вязания. Хазар. Не знаю, чья. Написано ООО «Хазар Рус». Москва, Парковая. А, Турция. Производитель Турция, но как бы она как российская пряжа. Идет у нас по составу 30% хлопок, 35% акрил, 35% люрикс, 350 метров в 100 граммах. Пряжа, ну, скажем, такая по ощущениям неплохая. Ей намного, конечно, удобнее вязать, чем с пайетками. Не знаю тоже пока для чего. Хочу придумать какую-то хлопковый джемпер, либо футболку. Я связала вот уже образец. Добавила этот люрикс в резинку. Вот. Ну, честно, пока мне не очень нравится, как смотрится резинка. Держится отлично. Резинку держит вообще супер. Держит потрясающе. По ощущениям пряжа, ну, не то чтобы... Скрипучая. Ну, нет, не скрипучая она. Ну, и не могу сказать, что прям вау. Я вязала из Альпины топы в прошлом году. Мне больше нравилось по ощущениям. Или Alize Cotton Gold мне тоже нравится больше по ощущениям, если брать равносильную по цене. Здесь, по-моему, цена, как бы не соврать, на базе 10 мотков мне обошлись, ну, в пределах 1000 рублей. То ли 900, то ли 800, вот не буду врать. Покупала уже не в этот раз, просто ее не показывала, забыла. Но недорого, как бы она недорогая. Но как ложится, пока непонятно. Я попробую ее в узоре, наверное, в каком-то. Потому что так... Мне посоветовал ее продавец, сказал, что ее лучше берут, чем Alize Cotton Gold. Но не знаю. Пока у меня какие-то двоякие ощущения. Я вам сейчас сразу... Покажу Cotton Gold, чтобы было понятно. Вот Alize Cotton Gold. Здесь указано, что вот из нее вяжут салфетки, игрушки. Я взяла на джемпер. Мне захотелось какой-то шоколадный такой джемпер косами. Вот здесь я связала образец. Разные варианты кос. Здесь спицы 3,5. Вот. Из нее мне больше понравилось вязать, и как-то мне больше нравится, как смотрится гладь. Но тоже не идеально, скажем так. Вот. Резинку я вязала на 3,5. Держит хорошо резинку. Прям хорошо. Здесь 4 спицы. А вот здесь уже на 3,5. Я попробовала связать разные косички. Такой большой образец. Я постаралась связать. Для меня это вообще не свойственно. Но вот я не стала отрывать от моточка. Постирала так. На всякий случай. Вдруг там, если не хватит какого-то кусочка, чтобы его не докупать. В общем, по нему что я думаю? Что может быть? Я свяжу топ косами. Может быть, топ жилет. Я видела у Дарьи Романовой топ-жилет, мне очень понравился. Вот, как она его... Ну, она
вязала из Alize Cotton Gold, что-то там еще, как это называется, Cotton Gold Практика. Такого не было в наличии, но, в общем-то, я взяла попробовать, тоже по цене это все достаточно бюджетно, 5 мотков, мотки 100 грамм, 330 метров. По-моему, тоже 850 рублей что-то мне стоило. Здесь тоже полухлопок, получается 55% хлопок и 45% акрил. Вот. По тактильным ощущениям она мне нравится больше, чем Ернард. Ну, собственно, посмотрим. А так они примерно одинаковые. Здесь 160 метров. 50 граммов, здесь 330. Ну да, они одинаковые практически абсолютно. Но вот это, мне кажется, пряжа помягче. Так что вот так. Будем пробовать, буду рассчитывать. Хочу по своим расчетам связать. Может быть, какой-то мастер-класс написать тоже, думаю. Потому что хочется мне сделать и описание для другой соцсети по другим своим проектам, которые я еще давно вязала по свитеру, помните, по коричневому клён, который у меня. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Дальше что? Дальше пряжа Drops Air. Я так хотела попробовать из нее повязать. Девчонки, честно. Я вязала любимый свитер зимой. Фотку вам приложу здесь тоже. Но он был в предыдущем видео. И я его вязала из пряжи Газал Альпака Эйр. И девчонки другие мне рассказывали, что... Не мне, а мне. Девочки другие на других каналах, в другой соцсети, точнее, скажем так, рассказывали, что прям вот полный аналог Drops Air. Ну, Газал Альпака Эйр чуть подешевле идет пряжа, и там небольшая цветовая расцветка, там только такие какие-то пастельные тона все. Бежевый, серый, белый, вот такие тона. Вот. А Drops Air идет подороже. Ну, так, достаточно разница большая. Например, Газал Альпака Air стоит 350 рублей за моток. Drops Air сейчас вот на Валберес я покупала за 2 мотка 1100, что ли. Ну, в общем, 550 рублей где-то примерно моток Drops Air стоит сейчас у нас. Вот. И я его купила. Купила вот эти 2 моточка. Хотела связать топ-жилет такой, знаете, с большими проймами, такой легкий, воздушный, с реглан-погоном. Я начала его вязать только из другой пряжи, я дальше покажу. И, девчонки, если честно, я прям что-то разочаровалась. Я начала вязать, и мне совершенно не понравился шнурок. Да, он мягкий, да, но он, ну, не знаю... Газал Альпака Эйр действительно прям очень-очень похожая пряжа, но я прекрасно помню, что Газал Альпака Эйр не держит резинку. Я думаю, что то же самое касается и Drops Air. И, ну, не знаю, короче, я купила всего лишь 2 мотка, я их оставила, не стала я вязать жилет. Я думаю, что я, наверное, скомбинирую с другой пряжей Drops Air, зеленый. Сейчас я вам покажу. Я купила уже еще зеленую пряжу. Сейчас я с вами открою, потому что я ее еще не открывала. Тоже заказывала на Валберес. Немножко пошуршу. Ой, девчонки, она другая. Вообще другая. Вот посмотрите, небо и земля. Блин, как из Фиджи такая же фигня получается. От цвета зависит, как выглядит пряжа. Ой, она классная. Вот это мне очень нравится. Она похожа даже на Drops Melody. Посмотрите. Какая клевая. Вот здесь шнурок другой. И по ощущениям она прям вообще супер. Забираю свои слова по Drops, наверное, обратно. То есть все зависит от цвета. А может быть, еще знаете, какой момент? Я не обратила внимания раньше, не обращала. Здесь Drops Air Mix. Так, а здесь Mix. Нет, тогда не это. Ну, вообще разные. Сейчас я достану нитку.
Давайте немножечко отдалим. Вообще разные девочки. Вообще, посмотрите. Видно там? Да я не вижу. Вот. Нитка разная. Это тонкая, а это более набивная, более мягкая. Вообще. Эта пряжа мне очень нравится. Вот это мне прям очень нравится. Это стоит прям своих денег, мне кажется. В общем-то, я что думаю? Может быть, мне связать какую-нибудь классную лапопейсу? Зеленый с оранжевым, красиво. Правда, я только 4 мотка зеленого заказала, но я дозакажу. Мне это нравится. Как считаете? Напишите мне в комментариях. Кто вязал лапопейсу из дропс? Как по ощущениям? Может быть, действительно? Ну, сочетание прикольное. Угу. Сочетание мне очень нравится. Давайте я по составу прочитаю. Может, кто-то еще не сталкивался с этой пряжей, хотя она очень известная, мне кажется. Здесь получается в 50 граммах 150 метров, 65% альпака, 28% полиамид, 7% шерсть. Состав, конечно, классный. Вот метраж тоже. Но на один свитер, если сравнивать с Газал Альпака Эйр, они похожи очень сильно на любимый свитер. То есть это обычный свитер с горлом, неудлиненный. У меня ушло 8 мотков. То есть мне нужно еще хотя бы 2-3 мотка докупить. А может кардиган связать такой зеленый, красивый. У меня есть мастер-класс, такой кардиган с косами. В общем, я подумаю. Зеленый мне очень нравится. Ну, прям вот очень, честно. Вообще, посмотрите, какой. Ну, прям вот небо и земля, честно. Вообще. Как отличаются нитки. Все, ладно, убираю. Ну, прям вот такой хорошенький, хорошенький, хорошенький. Давайте вот сюда пока положу. Дальше. Что у меня дальше? Давайте перейдем с вами к текущим работам. И как раз там тоже новая пряжа. Текущие работы у меня. Я постараюсь, девочки, не греметь спицами. Но у меня это не всегда получается, к сожалению. Итак, я буквально 2 дня назад начала вязать жилет. Жилет реглан-погон здесь. Посмотрела мастер-классы в интернете по разным жилетам и что-то накомпоновала свое. Вот, что-то нагородила. Оттуда взяла немножко, оттуда чуть-чуть, в общем-то. И по своим, скажем так, расчетам, не расчетам, я не вязала образец. Я взяла просто пряжу, которая у меня была. Она у меня была очень давно куплена. И я все не знала, что из нее связать. Это катон мерино от радужной птички. Здесь получается 75% катон, 30% меринос. Так, катон и меринос здесь получается у нас в составе. По тактильным ощущениям пряжа приятная, классная. Встречаются узелок. Один раз я встретила при вязании этого жилета. А так, шнурок, конечно, очень набивной, очень клевый. Если сравнивать с Фиджи, я специально приготовила здесь моточек Фиджи. То есть даже, видите, цвета очень похожи. Хочу вам показать и сравнить. По ценовой политике я покупала эти моточки, наверное, год назад. Даже больше, когда цены еще не поднимались. И он стоил, ну, что-то в районе 350 рублей один моток. Вот. Сейчас не знаю, сколько стоит. Если интересно, можно посмотреть. Сайт так и называется «Радужная птичка». Сейчас я вам покажу. Вот. Просто на этом сайте я покупаю пряжу для своих шапок. Перуанскую шерсть. Толстую пряжу. Вот, и там почему-то мне тоже захотелось попробовать такую нитку купить.
Вот сравниваю вам ее с Фиджи. Цена, как вы понимаете, в 3 раза отличается. Визуально, в принципе, очень похоже, да? Очень похоже. По метражу они одинаковые. Что тут? Получается 95 метров. Угу. Что здесь? Получается также 100 метров, плюс-минус 5 метров. Ну, то есть то же самое. При вязании тоже они очень похожи. Не знаю, есть ли смысл переплачивать. Но тактильно приятнее, конечно, вот эта радужная птичка. Катон Мерино называется. Угу. Вот он, конечно, поприятнее. Тут немножечко более колкая пряжа. Но опять-таки здесь разные составы. Здесь, хотя почему разные? Одинаковые практически. Смотрите, здесь получается состав 70% катон и 30% меринос. Здесь получается 20% шерсть, 60%... Ой, господи, 20% шерсть мериноса, 60% хлопок, 20% акрил. Примерно, наверное, одинаковые, насколько я могу судить. Да, здесь есть хлопок, здесь хлопка нет. Здесь больше получается катона. А, подождите, хлопок это есть катон, да? Получается, здесь катон меринос. Ну и здесь то же самое. Примерно меринос, хлопок, акрил. Конечно, тут, наверное, получше по составу немножко. Потому что катон это же есть у нас, хлопок, правильно? Или нет? Напишите мне. Буду знать. В общем, ну, конечно, шнурок ровнее. Он более ровно набит. Вот. В общем-то, вот так. Я свяжу этот жилет. Сейчас к жилету перейду, наверное, от пряжи отвлечемся. Вяжу этот жилет, значит, я реглан погоном. Сверху вниз. Получается, здесь вывязывала я росток. Было много поворотных рядов. Точек разворота, наверное, было здесь по 4. Впереди плюс на погоне один раз разворачивалась. Но мне, если честно, пока не очень нравится. Что мне не нравится? Мне не нравится горло. Я, скорее всего, его распущу и сделаю более коротким, вот таким. Резинку сделаю более короткой. Здесь, получается, будет обвязка. Здесь я вязала по прямой. Дальше начинала прибавки в каждом втором ряду. Мне не нравятся прибавки вот с этой стороны. Что-то я неправильно здесь прибавляла. Поэтому, скорее всего, я тоже буду распускать. Что-то я неправильно как-то делала накид, либо я его провязывала неправильно, потому что здесь образовались вот такие отверстия. Поэтому, скорее всего, я буду его перевязывать. В итоге он должен быть таким, знаете, со свободной проймой. Дальше тут подрезы еще вывязываются, и он должен быть достаточно широким, свободным точнее. Но посмотрим, что получится и получится ли. А вообще, мне нравится, как реглан погон смотрится. Очень аккуратные прибавки идут по бокам. Но опять, то ли я стянула. В общем, я первый раз вяжу погон. Я просто по мастер-классам посмотрела, не обучалась я ему. Вот, ничего не читала. Решила просто так порелаксировать на простом таком изделии. В общем, будет видно. Этот процесс я убираю. Ну и покажу вам немножко, как продвинулся мой процесс по зефирке. Не сказать, что прям сильно-сильно у меня что-то продвинулось, но я связала достаточно много. Мне осталось буквально там 5 рядов, и я буду закрывать уже спинку этой изнанка. Осталось буквально 5 рядов, и я буду закрывать уже эту спинку. И буду вязать уже перед.
Ну, либо это будет перед. Там они одинаково вяжутся, поэтому, собственно, буду вязать вторую часть этого свитера. Свитер называется «Кассандра», мастер-класс у Елены Каледовой. Вы можете перейти на ее сайт, вбив в гугле прям Елена Каледова, и, собственно, увидите ее мастер-класс. Там у нее много мастер-классов, очень мне нравится, как она вяжет. Очень красиво все получается. Поэтому, а этот свитер, как вы знаете, уже моя мечта. Я очень хочу такой свитер себе, поэтому буду вязать. Вяжу его, еще раз повторюсь, из прошлого видео, может, кто-то не видел. Это силк махер, махер на шелке, очень мягкая ниточка, приятная, цвет потрясающий. В общем, его я буду усиленно продвигать в ближайшие дни. Сейчас немножечко не было времени. Вот, поэтому дальше, как и обещала, пока я его не закончу, а к активностям другим сильно я переходить не буду. Ну вот, жилет только немножко начала. Слышите? Это на игрушку несет. Вот, только жилет начала, и все. Вот, но пока этот свитер не довяжу, ничего трогать не буду. А потом, наверное, девчонки, я не могу. Как мне нравится. Как мне нравится зеленый. Посмотрите. Ой, вообще потрясающий. Он даже какой-то, знаете, вот не то, что сваленный чуть-чуть, но как-то вот он больше похож на Drops Melody. Прям очень похож на Drops Melody. Хотя там потоньше ниточка, конечно. Но вот мне нравится эта небрежность, что он как будто с какими-то катушками, комочками как будто, да, идет. И вот такой цвет красивый, потрясающий. Скорее всего, он смоется чуть-чуть при первой стирке, потому что очень красилась у меня Drops Melody, например. Вот, но по тактильным ощущениям это просто воздушное нежное облачко. Прям кайф. Так, все, заканчиваю. А то я могу про него говорить бесконечно. И сочетание мне нравится, но отличие прям налицо, конечно. Одна и та же пряжа, но не то пальто, как говорится. Так, на этом буду заканчивать по пряже, по работам. Ну что, девчонки, буду заканчивать это видео уже. В зеленую пряжу просто влюблена, просто влюблена. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои комментарии. Вот, надеюсь, я вас не сильно утомила своей болтовней. Готовых работ будет больше уже дальше, я думаю. Но сначала я закончу зефирку, как обещала. А дальше уже начнем. Мне кажется, что это будет классный кардиган. Прям такой, знаете, такой благородный. Я вообще зеленый цвет никогда не носила. Не знаю, как думаете. В общем, не знаю. Спасибо вам еще раз за просмотр. Всех обняла. Всем пока-пока. Вяжите с радостью и до новых встреч. Спасибо.
мне моток размотал? Я знаю, что это ты. Я знаю, что это ты. Ты так делаешь постоянно. Зачем ты так делаешь? Можешь объяснить? Алиса, глаза смотри. Глаза, сказала, смотри. Козявка. Ну да. И мусор. Ты размотала моток? Ты? Глаза смотри. Глаза смотри. Алиса. Алиса, глаза смотри. Ты размотал моток? Ты? Ты что, игрушка, да? Ты что? Вкусная игрушка. Он Мелина. Нормальная ты? А? Нормальная?